Тирос-2019 молодежный марафон стартовал. Открытие состоялось в Александро-Невском парке. Он собрал 300 делегатов со всего Приднестровья. Форум продлится 3 дня. В нем примут участие представители органов власти, предприниматели, спортсмены, общественные деятели и гости из России. Сотни молодых людей, музыка и атмосфера легкости и веселья. В Александро-Невском парке собрались участники молодежного форума «Тирос-2019». Их около 300. Настроение отличное, рюкзаки собраны, музыка на максимуме. К первому молодежному форуму готовы. Впереди 3 дня и насыщенная программа. Основной площадкой станет комплекс «Днестровские зори». Будут проходить квесты, спортивные состязания и сессии. Выступят эксперты, в том числе из России. Мы находимся сегодня здесь, чтобы рассказать о тех программах, о тех направлениях, которыми занимается молодежь Российской Федерации, для того, чтобы молодежь Приднестровья тоже могла в них участвовать. Ну и что для нас тоже важно, понять, чем живет на сегодняшний момент молодежь Приднестровья, для того, чтобы найти большее количество точек соприкосновения. В Приднестровье конкурс такого масштаба проводится впервые. Идею предложили в правительстве. Мы постарались сделать программу насыщенной, интересной, для того, чтобы каждый из вас нашел что-то максимально полезное для себя и остался довольным. Объявляю, Приднестровский молодежный форум «Тирос-2019» открытым. После открытия участники отправились в Днестровские зори заселяться, знакомиться и учиться. Уже сегодня прошли первые секции. Были в лагере и первые гости.